Мэр Магадана Юрий Гришан с рабочим визитом посетил ООО «Славянский продукт». Это крупнейший поставщик продуктов питания в Магадане и регионе. Он же поставляет продукты в большинство магаданских учреждений социальной сферы. Основная цель визита – мониторинг цен на социально значимые товары. В предновогодние праздники на такие продукты отмечается рост цен в связи с пандемией. Валентин Хмелевский рассказал мэру об особенностях работы предприятия, логистических схемах поставок продукции, нюансах цен на образование. Особое внимание в беседе уделили социально значимым товарам. Мы все живем в России, мы видим, что особенно сейчас цены подросли. Это особенно касается сахара, масла. Ну вот если взять, посмотреть наши цены, то есть они еще завезены по более дешевым ценам. То есть это то, что было завезено в августе, в сентябре, октябре. То есть это. То есть нас, ну, будем стараться так, чтобы наценку уменьшить, чтобы, соответственно, люди почувствовали вот не такой рывок цен повышающий. Ну а так, я думаю, что Новый год мы встретим достойно, потому что товар, который необходим на стол магаданцам, он есть, его достаточно. На сегодняшний день цены на продукты – одна из самых обсуждаемых тем для магаданцев. Мониторинг цен показал, что на некоторые позиции цена возросла. Калымчане думают, что цену повышают сами оптовики и розничные торговые сети. На самом деле стоимость на продукты может расти по разным причинам. Есть очень много причин на макроуровне, в том числе связанных с неурожаем на сахарную свеклу, с уменьшением посевов, с таможенными пошлинами, вывозными, интересом на мировом рынке к той же подсолнечному семечку, к сахару. И все это привело к тому, что цены, это из экономики понятно, есть спрос, цена растет, нет спроса, цена падает. Вот это произошло. Вчера, я думаю, что в интервью, которое давал Владимир Владимирович в своем, там он обозначил тоже эту проблему и поручение дал, здесь можно только теперь административным нажимом урегулировать и выстроить законодательно, нормативно в виде регулирования пошлин и, ну, такого нажима на производителей с тем, чтобы они все-таки свои аппетиты подумерили и цены у нас на социально значимые продукты расти не должны. Срез по спросу на 18 декабря 2020 года ниже, чем спрос на 18 декабря 2019, отметил глава областного центра. Поэтому на Новый год магаданцы сильно шиковать не будут. Ситуация с семейными бюджетами в условиях пандемии заметно ухудшилась. Специалисты заверили мэра в том, что в наличии у славянского продукта есть все необходимые для новогоднего стола горожан основные продукты и различные деликатесы. Через неделю ожидают поступления на склад свежей партии мандаринов.